двое. Ого, их там толпа, просто жесть. Окружили демоны. Они меня не видят. Видите? А ладно. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Профит, Гусенек, Черный Мдунгай, Уга-Буга, Заварной Кофе, Какое-то Фуфло и Тучка. Пацаны, поздравайтесь. Привет, всем привет. Привет, братья. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Приветики, омлетики. У нас сегодня, ребята, будет ролик, где будет мучение и страдания. Это очень маленькая карта, и я буду ставить 100 NPC Абунг. Если тебя текущий приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ну что, пацаны, вы готовы? Начнем с оригинального. Дима, ты знал, что ты ботик? А ты его создал, поэтому он за тобой. Нет, он за всеми этот ходит. Вот смотри, видишь, что он делает? Видишь, он меня не трогает. Ставим еще. Еще ставим много. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. О, они там зависли между собой. Давайте 9 и 10 вот здесь вот поставим. Все. Ой. Вот теперь, ребята, вот теперь мы будем умирать каждую секунду. Смотрите, справа вверху отображается смерти. Ха-ха-ха, так это всего 10 штук. Карта самая маленькая. Я тут нычку нашел. Ну ничего страшного, она тебя не спасет. Я залезу на нее. Она спасает, тут 1000 бух побежала, они даже это, меня достать хотели, они меня не убили. А где ты залез? О, я их вижу тут. Я в этом, в домике мой. Ох, ё-моё. Да, они телепортироваться могут. А, вы тут зашкерились? Это чтобы вы, ребята, не шкерились. Убил одного красиво. Теперь я буду шкериться. Ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то веселое, классное и интересное. Вот смотри, какой-то подлец меня скинул. Я запомнил твой скин. Хотя я это делал со спины. А я не знаю, не увидел, со спины было. Но сейчас я посмотрю, кто там стоит. И я его... Так, это у нас был Папайрус. А это у нас... Нет, Фуфло меня скинул? Нет, это Уга-Буга. Уга-Буга, ну все, я буду теперь тебя постоянно скидывать. Так, надо еще, да, добавлять? Да, давайте, добавляем еще. Давайте черного поставлю. О, они не бегают наверху, надо еще внизу ставить. Так. Ой, там много в доме. Красный. Вот да такого. Блин, тебя, возможно, убьют сейчас. Нет, я отойду. Так, а это не Уга-Буга. Профит. Так, где Уга-Буга буду сразу скидывать? Я с ним файчусь. Аня, уйди. Да? Дим, по-моему, нас никогда не убьют. Вот убьют. Он, Дим, вот он. А, вон Уга-Буга, вот он, вон он. Вон он, вон Дим, вот он. Вон он, Дим. Вижу, вижу, вижу. Стоять! Стоять! Я тебя буду к себе тянуть. Вот там, Абунги, вот он, ешьте его. Смотрите, сейчас его в воздухе съедят. Ах ты, я тебя сейчас тоже... Сейчас съедят, Дима. Стоять! Стоять! Вот он, ешьте его, Абунги, ешьте, ешьте, вот он. Ладно, тебя и так убьют. Нет, меня не убьют. Не убьет? А че вы все наверху позалазили, они не могут теперь сюда попасть? А вот потому что... На тебе за это. Блин, я только тебе хотел сказать, чтобы ты тут создал. Они не бегают здесь наверху. Давайте спрыгивать, пацаны, ну нечестно же. Кто стоит наверху? Давай. Кто стоит наверху, тот лох. О, отличная идея, мне нравится. Так, спрыгиваем сюда. Вот как? Да блин, да я поддался. Да конечно, я во всех роликах поддаюсь, когда проигрываю. А чего вы там стоите? А все, это нычка. Что-то ваша нычка не сильно работает, надо бежать. Так, ой, окружили. Вот сейчас, знаете, я сейчас покажу свой скилл, как можно жевать. Ну ладно, это я тоже поддался. Я поддаюсь тоже, я вообще профессиональный игрок. Вот это жесть их тут. Я еще ставлю, пацаны, мало. А ты бежит, Дима. Отвалите. А я убегу, смотри, вообще наизично. Опа, опа-па. Ну ладно, ладно, заразы такие. Все, теперь я четко выживаю, смотрите. Дима, посмотри наверх. Никто меня никогда не убьет, никто. Даже я? Не, ну я забыл. Бежит, бежит двое. Ого, их там толпа, просто жесть. Окружили демоны. Они меня не видят. Видите? А ладно. Вижу, вижу, вижу. Так, давайте здесь походим. Пока, Александр Александрович. Я убежал от тебя.
Еще ставить, пацаны? Ой, да. Давай. Это мало, Дим, ну ставь еще. Ну мало. Я ж там всего 107 штук могу поставить, всего на все. Да блин, он телепортировался перед лицом, это же нечестно с абунговской стороны. Ну, сразу убил. Дима, бань его. Абунку? Ой, парни, да, там бегут. Ой, фишнику. А! Да, беги, да Саня. Жесть! Еще ставлю. Что? Ой, я наверху поставился, это хорошо. Саня, беги. Много, 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 ребятушки, много. Уже штук 40 или 50 поставил. Лагать начинает? А не, вроде бы все четко идет. Не-не-не, пинговать, пинговать. А, ну это нормально. Ого, их тут, это просто жесть. Ребята, лайкосик обязательно за Абунгу. Вот это трэш, просто толпа такая ходит. Я даже не могу соспавниться. Да? Они нас не могут убить, смотрите, здесь вообще очень легко здесь выживать. Видите, они нас не трогают. Да, Гусанек? Вообще нас не убивают. Это читерская мелочь. Ладно, я спрыгиваю, потому что я их не боюсь. В чем мне их бояться-то? А я бегу по карте, и никто меня не трогает. О, кстати, они могут бегать сверху. Могут, только они должны туда сами запрыгнуть. А когда их ставлю, там они не могут бегать почему-то. Не знаю, с чем это связано. Нет, где вот эти пузыри? А, да? Ну да, там могут. Там они могут бегать. А! Блин, я хочу туда запрыгнуть. О, все, я опять в читерском месте появился. Карта видит, что я проигрываю, и ставит мне очень такое место. Ой, я сейчас запрыгну, смотрите. Опа-па! Отлично. Ну все, тут теперь можно долго выживать, хотел сказать. Да что ж такое, смотрите, нереально где-то поставиться даже. Опа, что запрыгиваем. Это за фигня, я только заспавнюсь. Ну нормально все, это все продумано. Кстати, зря вы не так часто умираете, надо еще ставить. А еще много. Саня, что? Ай-яй-яй, головой своей дурацкой меня убил. Он глазами убивает. Так да, они какие-то неадекватные. Взглядом. Они реально стрёмные? Так, давайте все-таки вот так. А ну давайте проверим. Вот тут он меня достанет, если я буду стоять. Дима, он тебя достанет. Не, вроде они тут не достают меня. Да достанет, смотри. Достанет. А, ну хорошо, хорошо, достал. Он меня поцеловал. Поцелуй смерти называется. Вкусно. Эй, головой как Марио бьюсь. Поцелуй. Ох, красавчик. Ну да, я вижу, они немножко наверх могут запрыгивать. А если они за человеком каким-то, да, следят? Да. А, они на второй этаж пошли куда-то. Да? Что-то их так поставило, их не так много. Жести много. А что это запищали? А, бомба. О, началось, а бомбы взрывают. Давайте слушайте, чего там сверху? А кто их там сверху? Кто там сверху? А ты? Ну, да я! Они, они тут могут бегать, они, кстати, тут убивают. Ты видишь, меня убили, я даже наверху когда стоял. Они не убивают на самом верху. А, Санечка, отстань! Санечка снимает? О, я знаю, ребята, что делать, чтобы они не залазили. Мы сейчас поставим здесь Абунгу. А ну. О, все, я теперь на водорослях прям поставил. Сейчас мы еще, ребята, все водоросли заблокируем, они не смогут залазить. Надо быстрее залезать. А я вас буду физганом всех шанс скидывать. Так, давайте по здесь посмотрим. Никто не шкерится. Проверяем. Ой, меня будет. Теперь я сделал так, что они не могут туда залезть. Их очень много, очень. Очень, очень. А что, он ушел оттуда? Они мог... А, он телепортировался. Вот смотри, какой. Нам Абунги дает жизнь. Вот это жесть просто. Вот это тут толпа. Кстати, должно быть их больше. Где еще остальные? А, они вон там все бегают. Они все внутри. Все, я буду сейчас максимально хорошо выживать. Очень хорошо буду выживать. Смотри, где я, Дима. Где? Вот он я. Ай-яй-яй. А чё они тебя не убивают? А ты смотри, они меня как бульдорзером просто сносят. Стоять! Вот он, ешьте его. Как это не трогают? Трогают. Смотрите, он залезет и его убьёт. А я стою на месте, меня бунги не трогают. Давай, залазь, залазь туда по водорослям наверх. О, спасибо, что ты меня под... Блин, они даже по бортикам ходят. Вот это неадекватные, вообще психи. Бахуристы какие. Ну, еще ставим. Давай. А, зачем рядом с нами? Ну я люблю так делать. Ну что я могу сделать? Чтобы не стоял на месте. Ай-яй-яй. Ай, хуй. Дима. Все, ребята, я поставил 107 штук. 107. Они ж...
Они аж застреют. Мы там приколы. Они жирные. Да не, нормально все, ребята. Ну играем по красоте, смотрите. Вот это жесть, для такой карты. Мы обычно такие NPC ставим такое количество на больших картах, но на такой маленькой мы еще не ставили ни разу. А можно я убегу от этих дурачков? Они встают на месте, они бегают, а чё? А чекайте, как я умер, чекайте, как я умер. О, все, пошли. Я же говорю, их сильно много. Дома не сильно ускоряются, потому что это пинг. Потому что пинг, да. А, пинг будет они? Внутри много, посмотрите, сколько. Давайте удалим тогда, раз такой большой пинг. Я ж не... О, все, видите, нормально начали ходить. Я переборщил, значит, надо все-таки около 95 ставить их. Так. Да, Дима, как всегда. Чего ты так сразу? Так, сейчас мы сделаем веселье. Не надо! Да чё, начинаем мочить друг друга! Перестрелка! Сапунга! А чё вы все сразу меня мочите? А потому что жизнь такая. А где Санёк, гусанёк? А! Эй, ты! Вонючка! Ай-яй-яй! Ух ты! Вот это, ребята, у нас в канале, как всегда, то, что вы любите. Погнали! Давайте еще удалим, что-то я переборщил. Ты, гусанюк, тебе и так маленький скин, а ты еще приседаешь. На, тебе снесло, вот это жесть было. Они опять застрелили. И давайте еще удалим, я переборщил, их очень много поставил. Еще удалим. Они застрелили друг друга. Давайте штук 50 оставим их. Ой-ой-ой. Вот это жесть, разрушил стреляться на свою голову. А дайте будем Ну блин. Да дайте поубивать кого-то, бунги вонючие. Да они меня убивают постоянно. Дима, а ты где? У меня ВП. На тебе. Гусанёк, я тебя отомстил за те разы. Психи, 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 вышли на охоту. Психи, 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 мочат всех подряд. Я тебя за это накажу. А, убил, успел убить. А, не, не успел, он меня убил. Чинь. Вот это класс, ну. Как раз добрался ролик сразу с манчиловами. Не трогайте. Ну, блин, окружили. Чё, ты пэк? Ой, слеповуха полетела, ничего не вижу. А, это не надо. Да ну, ребята, ну, пацаны, ну дай, ну что вы делаете? Ой, я застрял? А я был умерший уже. Ай, жопа горит. Гусанёк, у тебя читерский канал, этот, канал, хотел сказать. Давайте еще удалим. Вот это жесть. Вы психи, я хотел более такой поменьше, а вы прям решили жестко, да, воевать? Хорошо. Все понятно. Я тебя наказал. Не умеешь играть, не играй. Я тебя сейчас сам накажу. Не-не-не-не-не-не-не. Ну, гусанёк, не убивай, не убивай. Ты откуда взялся? Тут получается я бунги и все хотят нас поубивать. На, тебя наклонил немножечко. Да ну я хотел. Да ну не хоти. А я буду хотеть. Еще чуть-чуть удалим. Тут меньше лагало. Тут прям что-то мы вообще переборщили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А где бунги? Ох ты. Ой, тут все горит. Я там гусанёк попал по тебе? Нет. Не попал? Ты чё, дурак, что ли? Я запланчиваю бомбу, что ли? Красава, я тут нагибаю. Жопу бомбу ставил. Эй, ВПшник, говноешник, ты шо чудишь? Я тебя убиваю, показываю. Ай, не трогай! Опять вы забрали свои слеповухами! Я со слеповухой и то убил. Гори, гори, ясно, что вы... Ай, да кто это? Гусанёк! Ты ВПшник, говноешник. О, тут бунга что ли замыкался? Ой, бомба сейчас взорвётся. Вот это горит. Да что вы делаете, а? Вы психи. О, давайте вот такой красивый возьмем скином. Ах,
Да откуда вы, ВПшники, понаплаждались, а? Ай-яй-яй. Эй! Вы, Санек, я тебя буду наказывать. Да со спины, ну хорош! Вот давайте возьмем этот, 30-патронную. Жестко, жестко, а бунга, перестрелки, все на кучу. Я почти Диму убил. Нагнул, нагнул, красиво. Вспоминаем уроки КС-ки. Красава, уклонился, это прям уже какой-то квейк у нас. Дима, готовься к подрыву. Красавчик, наклонил. Так. Все горит просто. Да вы что, подожгли всю карту, что ли? Да хорош, да вы психи! Вот такие вы, значит, да? Дима сказал стрелять, мы стреляем. Ну все нормально, пацаны, все четко. Все по красоте. Эабунга и перестрелка, как всегда. Афиг, ты че, лох? У меня один хп. Ну не мешай, ну гусь, Санёк! Есть! Ну, Санёк, ты со мной не смог перестреляться! Дима, тебе повезло. Я знаю, это везение. Как ты лучше играешь кого-то? Нате вам, пацаны! Это вам за все разы, которые вы меня убивали. Вот это, видите, что вы на карте сделали? И взрыв. Ну точно, лайкосики, подписку. Этот ролик заслуживает. Вот это тут все горит. А что, на этой карте все горит и не тухнет, что ли? Походу. Вот это жесть. Если понравилось... Если понравилась эта серия, я на вам поделал настроение. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока. Пока. Психи.